Коллеги, рядом со мной Илья Зипко, компания Leader Team. Здравствуйте. Добрый день. Илья, тут же после сессии сцапали вас в наши руки для того, чтобы вы дали нам интервью. Расскажите немножко о сессии. У нас была сессия сегодня, посвященная инновациям в торговом маркетинге. Были прекрасные спикеры из разных областей. Мы представляли мерчендайзинговое агентство, с нами были FMCG-производители, были платформы по работе с самозанятыми, был ритейл. В общем, все участники рынка собрались в одном месте, презентовали свои прекрасные кейсы. В общем, было очень интересно. Если говорить про наше выступление, да, то я представляю компанию Leader Team, как вы сказали, да, то есть мы являемся лидером в области аутсорсинга линейного персонала в торговых точках. Вот, мы рассказали про нашу новую систему, инновационную систему по управлению деятельностью мерчендайзеров с учетом продаж из торговых точек. По факту на сегодняшний момент аналогов по большому счету на рынке нет. Рассказали, как мы устроили эту систему, как она сейчас работает, какие есть преимущества, соответственно. И хорошо, что есть такая возможность, такая площадка, где об этом можно поведать. Мы очень рады. Все мы знаем, что после вашего вот выступления, и в принципе после выступления спикера с каким-то интересным кейсом, после сессии обычно легкое такое идет общение с потенциальными клиентами и так далее. После вашего выступления насколько было интересно уже после сессии? Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что буквально пока еще сессия не закончилась, в зале были мои коллеги. Мне уже написали, что уже как минимум 3 клиента, значит, уже прислали фотографии, мы это хотим. Mm-hmm. Вот. И еще мы остались, скажем так, узким кругом, да, и еще с несколькими потенциальными партнерами поговорили. Интерес очень живой, это на самом деле очень классно. Вот, все как бы открыты. Время еще такое, как бы, да, что технологии сейчас все равно, да, всех интересуют, и они должны быть такие очень точные, гранулярные. Поэтому мы очень рады, что именно наш кейс очень такой живой интерес вызвал у посетителей. Ну, может быть, тогда еще буквально пару слов от вас, вашим потенциальным клиентам. Нашим потенциальным клиентам хочется, во-первых, пожелать успехов в бизнесе, успехов в наше непростое время. Да, мы как компания, у нас есть девиз у Leader Team, да, заботы ваши стали наши. Если когда-нибудь будут заботы, которые вы не можете решить, пожалуйста, наши двери всегда открыты, мы готовы для любых партнерств, для любых абсолютно услуг. У нас их очень много. Это аутсорсинг линейного персонала, и мерчендайзинг, и складской аутсорсинг, и так далее. В общем, поэтому мы всегда открыты, мы устойчивы, мы уверенно проходим эти непростые времена, поэтому будем рады всем новым партнерствам и сотрудничеству. Спасибо большое. Спасибо большое вам.